Приветствую вас, уважаемые комрады по моделизму. Как видите, продолжаю работать с БРДМ-1. Уже нанес декали, сделал смывку. К сожалению, это я показать не смог по некоторым причинам. Но работа идет, не останавливается. И вот на данный момент что получается за модель. Самому очень нравится. Ну и начнем по порядку. Сначала я нанес глянцевый лак Мистер Хобби. Потом перевел декали. На декали опять задул глянцевый лак. Дал хорошо просохнуть. И смывку делал Model Lab черную. Потом ватной палочкой и White Spirit'ом в некоторых местах сделал такие вот затертости этой смывкой. Получилось довольно реалистично. Мне нравится. И после этого, как смывка подсохла, я задул X35 от Tamiya полуматовым. Для того, чтобы наносить масляные точки на модель. Будут фотографии сделаны до масляных точек и после. Что кому интересно, просмотрите видео, и в конце будут фотографии. Начнем работать с маслом. И, друзья, на модель буду ставить фары Эльф. Хочу вам посоветовать, кто не пробовал, очень классные фары. Если возьмете, не пожалеете, в комплекте и отражатель, и лампочки, и все очень красиво смотрится на модели. Не хочу делать фары со светомаскировкой, а сделаю именно простые фары. Фары есть двух видов для автотехники, для автомобилей. И для бронетехники. Чем они отличаются? Ну, для бронетехники фары идут вот с такими ушками. Как красиво все смотрится. Я давно использую фары Эльф. И очень доволен этой фирмой. Ну, начнем делать масляные точки. Масляные точки буду делать масляными красками фирмы Sonet. Цвета буду использовать белила цинковые, зеленый, желтый и умбраженная. Но еще, друзья, можно приобрести и уже готовые наборы масла. Я думаю, это уже намного будет удобней. И, вот, друзья, коллеги-моделисты очень хвалят валдеровское масло. Я сам не пользовался, но хочу попробовать. Масляные точки наношу маленькие и светлые тона больше кверху, а более темные к нижней части модели. Хаотично ставим точки. В любом порядке, как вам нравится. И потом White Spirit'ом и широкой кистью их разотрем. В
Ничего сложного в этой технологии нету. Не бойтесь экспериментировать. Маслом кашу не испортишь. Переходим в ускоренный режим. Кому интересно, смотрим. Вот такая рябая машина получилась. Ну и теперь White Spirit начинаем равномерно растирать. Сверху круговыми движениями. Все точки растираем. Получаются как бы погодные такие эффекты. А сбоку такими сверху вниз растираем. После того, как масляные точки высохнут, они еще сделают небольшой матовый эффект или матовости добавят на модель, что нам не помешает, конечно, чтобы убрать блеск. Thank you.
Ну вот, друзья, нанес матовые точки. Теперь дадим White Spirit хорошо просохнуть. И после этого нанесем на модель матовый лак. И будем уже работать с пигментами. Нанесем пигменты, запыление. Поставлю трос. В принципе, уже следующее видео будет у нас финальным. Сейчас подождем, чтобы подсохло немножко. Посмотрим, как получились масляные точки. Дадим минут 30 посохнуть. Ну вот, коллеги, White Spirit подсох. Надеюсь, на видео видно. Поверхность стала матовой. Уже на свете лампы сильно не бликует. И надеюсь, эффект масляных точек тоже хорошо будет заметен и виден на модели. Дадим еще побольше просохнуть, нанесем матовый лак и уже по матовому лаку сделаем еще подтеки дождя, подтеки масла и нанесем пигмент. На этом буду заканчивать данную серию. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете канал лайками, дизлайками. Пишите комментарии. За это вам большое спасибо, друзья. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким.